Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днем» в студии Олег Соловьев. О событиях, которые нам показались интересными, расскажем прямо сейчас. Круглый стол по розыску граждан, заблудившихся в лесу. При поступлении сообщения о том, что человек пропал в лесу, создается следственно-оперативная группа. 12 шагов. Встреча общества анонимных алкоголиков. На собраниях могут присутствовать как анонимные алкоголики, так и люди с зависимостью наркотической. Об этих новостях и не только подробнее. В Комитете Госдумы по промышленности предложили запретить машины, достигшие предельного срока эксплуатации. При этом, что именно подразумевается под этой формулировкой, пока не уточняется. Тем не менее, парламентарии направили предложение в Минтранс и в Минпромторг. По данным ГИБДД, из 60,5 миллионов транспортных средств в России 21 миллион старше 15 лет, еще 10 миллионов старше 10 лет. В Минтрансе успели дать свою оценку этому предложению. Там считают, что вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет экономического, технического и организационного стимулирования автовладельцев к отказу от старой техники. В качестве примера там приводят действующие программы льготного автокредитования. Уйти в лес и не вернуться. Такая судьба ждет многих ничего не подозревающих туристов. Как искать таких граждан, обсудили в ОМВД России по Смоленской области. С наступлением лета Смоленский лес становится излюбленным местом отдыха граждан. Это подтверждает и статистика нынешнего года. С мая по настоящее время было зарегистрировано более 40 сообщений о пропавших в лесу. Фактически же заблудившихся гораздо больше. Не все туристы заявляли о своем бедствии в полицию. Сейчас же регистрируется до 5 подобных сообщений в день. При поступлении сообщения о том, что человек пропал в лесу, создается следственно-оперативная группа. Следственно-оперативная группа незамедлительно выезжает на место совершения. На место пропажи безвестного исчезновения гражданина создается так называемый оперативный штаб, оценивается оперативная обстановка. К поискам привлекают как специальную технику, так и кинологов со служебными собаками. В подавляющем большинстве случаев поиски заканчиваются удачно. Человек либо самостоятельно выходит из леса, либо его находят. Среди основных причин потери координации в лесу – излишняя надежда на смартфон. Бытовые устройства далеко не всегда помогают оценить потенциальную опасность прогулок. Кроме этого, рекомендуется при походе в чащу одевать яркую одежду, а также предупреждать родственников о предстоящей прогулке. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ. В июле этого года премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о возможности 4-дневной рабочей недели для россиян. Эту идею поддержала Федерация независимых профсоюзов России, которая направила соответствующее письмо в Министерство труда и социальной защиты. При этом оплата труда должна быть сохранена на нынешнем уровне. В ведомствах пояснили, что готового механизма перехода к 4-дневной рабочей неделе пока нет. Детали этого процесса будут обсуждаться с трудовыми профсоюзами. Интересна позиция медиков по данному вопросу. По их мнению, с лишним выходным днем люди станут больше страдать от стресса и ожирения, так как подавляющее число граждан посвятит дополнительный выходной безделью. Очередные изменения в законе о микрофинансовых организациях уберегут граждан от потери квартиры. Документ уже подписан президентом Владимиром Путиным. Теперь кредитовать россиян под залог имеющегося или ипотечного жилья запрещено. Ранее люди теряли свою недвижимость из-за совсем небольших долгов. При этом часто под маской микрофинансовых организаций выступали мошенники, чьей задачей значилась отъем недвижимости. Новый закон вступит в силу 1 ноября. Тем не менее, Банк России призывает граждан быть бдительными при подписании кредитного договора. Губернатору Смоленской области обратились с просьбой уменьшить транспортный налог. Предложение поступило от владельцев электромобилей. При этом на данный момент на Смоленщине зарегистрировано всего 2 таких транспортных средства, каждая мощностью свыше 400 лошадиных сил. Автолюбители предложили рассмотреть возможность полного освобождения их от транспортного налога. Алексей Островский намерен рассмотреть это предложение. Предполагается, что предоставление налоговой льготы приведет к увеличению доли электромобилей, что в свою очередь будет способствовать улучшению экологической обстановки в области. Также льготы предоставят владельцам воздушных транспортных средств. Сначала весело, а потом страшно. Вспоминают пьяницы о своих многодневных загулах. Если собственной силы воли не хватает, то на помощь желающим распрощаться с зависимостью приходит сообщество анонимных алкоголиков. Собрания проводятся почти во всех регионах России. С недавних пор такие встречи проходят и в Десногорске.
Наша главная цель – оставаться трезвым и помочь другим алкоголикам обрести трезвость. Давайте начнем нашу встречу с минуты молчания. Вот так начинается очередное собрание в обществе анонимных алкоголиков. Сюда приходят те, кто не может справиться с болезнью в одиночку. На пути в новую трезвую жизнь 12 шагов. Первый, говорят, самый сложный – признание собственного бессилия перед алкоголем. На горячительные напитки в этих стенах наложено табу. Здесь пьют чай. Участники общества анонимных алкоголиков с недавних пор собираются в Десногорске. При поддержке главы города двери общества открыты для всех нуждающихся. Главное – желание избавиться от пагубности и часто смертельные привычки. Нам предоставили кабинет номер 2 в Центре социальной и молодежной политики в 6 микрорайоне города Десногорска. Вот, собрание проходит 2 раза в неделю, понедельник и четверг, с 18 до 20 часов. Вот, на собраниях могут присутствовать как анонимные алкоголики, так и люди с зависимостью наркотической. И на открытое собрание могут приходить их родственники. Участники группы встречаются, пьют чай, читают книги и пытаются разобраться в причинах пьянства друг друга. Об эффективности деятельности пока говорить рано. Общество функционирует несколько недель. Но возможность обсуждать свои проблемы в кругу понимающих людей в Десногорске уникальна. Ведь зависимость от алкоголя не знает границ. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Массовая гибель пчел, которая отмечалась этим летом в разных регионах России, не отразится на ценах на мед. Об этом сообщили эксперты. Однако медосбор 2019 года еще не завершен. Сбором меда в России занимается около 40 тысяч частных хозяйств, которые не сообщают данные о сборе продукта. Это затрудняет прогнозирование предстоящего объема урожая. Об актуальных ценах на мед можно будет говорить в сентябре. По словам эксперта, значительное влияние на урожай оказывают погодные условия. Они важны на протяжении всего цикла, даже когда пчелосемья только развивается, готовясь к периоду медосбора. Объем российского рынка меда оценивается в 30 миллиардов рублей. И коротко о погоде. 16 августа в Десногорске переменная облачность, возможен дождь. Температура днем плюс 18, ночью около 16 тепла. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefestival.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго!